Что бы вы пожелали своим коллегам и какие они ваши коллеги? Коллеги, самые лучшие, которые помогают в работе, и которые, с которыми просто и легко, и с которыми хочется работать дальше. Хотелось бы, чтобы все у них было хорошо, пожелать им поменьше работы, здоровья крепкого, и чтобы все у них получалось, и все было хорошо. Но чтобы они пусть продолжают работать, потому что многие коллеги у нас уже такого пенсионного возраста, пусть работают, потому что и чтобы к нам приходила молодежь.